Сразу к делу, бойцы. Ситуация критическая. Блэквуд начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов из реактивных гранатометов. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель в полете, она будет следовать за перекрестием прицела. Маркула 226 на позиции. Кабинет 10. Ракетный крейсер готовится к атаке. Несколько целей. Стрелковое оружие. Как по... Отбой Акула 226. Следите за главной целью. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Рабочие крейсеры, у нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Капсулы с турелями запущены. Уничтожьте их в воздухе.
наши крейсеры активными ракетами. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы. Точно в цель. Выбирайтесь оттуда. Цель Blackwood. Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из сломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Системы против нас. Придется уничтожать твои же турели. Заблокировали все проходы, но кое о чем забыли. Правильно, вентиляционные шахты. Стрелок нейтрализован. Стрелок нейтрализован. Вперед! Черная акула. Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Blackwood не остановится ни перед чем. Превратился в большое минное поле.
Блэквуд отправили в бой экспериментальный вертолет. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. Макула 226 на позиции. Конец связи. Никак нет. Что указаний? Прямое попадание. Двигатель поврежден. Макула 211. Вступаю в бой. Цель уничтожена. Ракета больше не представляет угрозы, но мы потеряли связь с другой командой. Отправляйтесь во вторую шахту и проясните ситуацию. Конец связи. Я убил стрелка! Ситуация изменилась. Вам придется запустить эту ракету самим. Я передаю координаты и коды запуска по закрытому каналу. Введите их через терминал. Склонили чашу весов в нашу пользу. Мы используем новые координаты, чтобы нацелить ракеты на корабли врага. Надеюсь, они все до последнего пойдут ко дну. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Блэквуд играет по-крупному. Авиация врага собирается нанести удар по нашим ракетным шахтам. Всем приготовиться к бою.
Бойцы, капсулы с турелями запущены. Уничтожьте их в воздухе. Ракета запущена. Приготовьтесь. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки возвращены. Благодаря вам, мы отбросили отряды Blackwood на нескольких направлениях. Отправляйтесь на базу. Отчет. Цель уничтожена. Вход на главную базу на другой стороне этого леса. Враг знает о нашем приближении, так что ждите засады. Ooh!
Корабль вошел в бухту и приближается к нашей базе. Теперь преимущество на нашей стороне. Используйте катер на воздушной подушке, чтобы добраться до крейсера. Так вы сделаете дальнобойное оружие врага бесполезным. Сейчас или никогда, бойцы. Желаю вам удачи. По-прежнему опасен, так что не ждите легкой прогулки. Даже если артиллерийский огонь вас не заденет, взрывы могут расколоть лед у вас под ногами. Внимание! Как только вы доберетесь до этого крейсера, он сконцентрирует огонь на вас. Ваша главная цель... Черт! Прямое попадание по второму катеру! Огонь по пушкам! Найдите гранатомет и держитесь подальше от секторов обстрела артиллерии!
кого-нибудь есть лишние патроны? Thank you.